Звонит телефон. Трубку поднимает отец трех дочерей из трубки. «Привет! Это ты, моя рыбка?» «Нет, это я, хозяин аквариума!» Жена приводит мужа в больницу. «Доктор, вы помните, я к вам обращалась, когда у меня шалили нервы?» «Ну, помню, и что?» «А вы помните, что посоветовали мне почаще заниматься сексом?» «Ну да». «Ну так вот, объясните теперь моему мужу, что я не шлюха какая-то, а просто лечусь». Мать сыну. «Каждая твоя выходка – это один седой волосок на моей голове». Сын, посмотрев на полностью седую бабушку, говорит маме: «Да, мам, я смотрю, что ты не слабо так в молодости чудила». Официант элитного ресторана перешел на работу в УБОП. Приятели его спрашивают: «Ну и как там тебе на новом месте?» Бывший официант отвечает: «Да нормально, работа чистая, клиенты те же, но чаевых дают больше». Утро, семья. Мама, папа и сын собираются завтракать. Мать разложила по тарелкам манную кашу, а малой ни в какую есть не хочет. Она его уже и уговаривала, и ругалась, а он все равно: «Не буду есть», и все. Тут отец наклоняется к сыну и что-то шепчет ему на ухо. Малой хватает ложку, съедает все подчистую и уходит в школу. Мать стоит такая у плиты, половником помешивает борщ. Ну, ей же интересно, что такого сказал отец, что малый без всякого сопротивления уплел тарелку манной каши. Она и спрашивает: «А что ты ему сказал, что он с таким аппетитом съел всю кашу?» «Я ему сказал, что если он не будет есть манную кашу, то петушок в его штанишках не будет расти». Мать разворачивается и со всего размаха лупит его половником по голове. «Не понял, за что?» «За то, что кашу манную в детстве не кушал».